Здорово, это Шамшурин, и небольшая предыстория перед тем, как ты увидишь кусочек с тренинга. На моем тренинге люди ведут себя практически так же, как и в жизни. Так как это относительно стрессовая ситуация, для кого-то меньше, для кого-то больше, но так или иначе ты сталкиваешься с тем, что для тебя не совсем привычно, даже, может быть, не дискомфортно, но не совсем привычно. И как показывает практика, то есть, как я уже говорил, что женщины на моем тренинге – это не главное. Это скорее как инструмент, как повод. И там мы видим, как человек проявляется, и его взаимодействие с женщинами позволяет мне понять, как я могу помочь ему вообще по жизни. И это видео, которое ты увидишь здесь дальше, оно об этом. Многие люди прячут голову в песок, многие люди не делают ничего, когда это нужно делать. Многие люди бегут от каких-то проблем, от решения этих проблем. И я очень тебе желаю того, чтобы ты не сдавался, не бежал от проблем, чтобы ты шел и решал все свои жизненные задачи и проблемы, потому что их в жизни бывает немало. Ты мужчина, и никто, кроме тебя, как поется в той песне «Грот», никто, кроме нас. Это очень крутая песня, обязательно послушай, если ты ее не слушал. Прям рекомендую. И прежде чем ты будешь смотреть это видео, с 15 по 18 июля я жду тебя на следующем потоке тренинга «Практика» в Москве. Будет очень круто, будем менять твою жизнь, используя для этого общение с женщинами. Все, увидимся. Ссылки для записи на тренинг под этим видео. Смотри ролик. Ну, короче, я стоял на Патриарших в парке. Вот, были девчонки, то есть я попытался откатиться на прежний уровень, на привет плюс комплимент, то есть даже не про горло. И ну, у меня что-то, короче, я вообще просто улетел в негатив, просто стоял тупо, понимал, что вот у меня в жизни, в общем-то, так, когда нужно, вот ключевой момент переломный, нужно либо идти вперед, либо сдаться. И у меня вот по жизни я чаще сдавался. Я понял, что сейчас сдамся, то это будет прям вот пиздец. Это во сколько было? А? Во сколько это было? Ну, это было где-то 22. Я знал, что можно позвонить. А почему ты это не сделал? А я не хотел тебя звонить. У меня, короче, куча там пошла отмазок. Куча что... тебя? Куча, да, куча отмазок пошла, что я все равно не сделаю. Ты когда сюда приехал, ты в чем-то был уверен? Да, в том, что... А где это уверенность тогда? Я с чего сюда приехал? Я списываю это все на состояние, списываю, которое пройдет. Ты сам озвучил, что в большинстве случаев в жизни сдавался. Не надоело? Надоело. Да. Сколько тебе лет? 44. Сколько еще будешь сдаваться? Ты просто вдумайся. Флажок внутрь или наружу залезть сюда. Ты понимаешь, насколько ты когда-нибудь пожалеешь? Я понимаю. Я ехал в метро, я чуть не плакал. Потому что я понимал, какая жизнь. Ну ты точно не похож на человека, который, знаешь, нытик. На нытика ты не похож. Ну это было обидно за себя, за то, что я сдался в очередной раз. Ну ты же здесь находишься. Мы же 100 раз повторяем. Если сложно, есть всегда возможность позвонить. Я тебе это говорю, но это по сути касается всех. У многих это не только у тебя такое будет, что когда все, ты понимаешь, что сейчас точно у тебя есть одно желание – свалиться домой, просто лечь спать, ну, к примеру. Но ты понимаешь, что это не то, что ты хочешь сейчас. Ты вынужден это сделать, потому что настолько внутренне прокатится. Ну, позвоните кому-нибудь из нас. Ну, попробуйте хотя бы. Сравните это состояние потом. Ну, можно, человек, когда выговорится, ему намного спокойнее становится внутри, что его поняли, услышали, что, возможно, ты заблуждаешься, но нужные слова бы тебе нашли. Ну, такая возможность. Ну, как ее можно не использовать? Ну, это всех касается. Ну, как, а ну, что звонили вообще? Ну, тебе звонили хорошо, то есть звонит, в любом случае не станет прежним. Как, все, конечно, относительно, я тут это... Я привести человека, который воевал, и у него там, блядь, не знаю, нет части конечностей, там всякие, блядь, я думаю, он там посильнее подохуел. Но я к тому, что ты там видел какое-то место или какую-то ситуацию, где ты охуел, либо она на тебя повлияет, что ты скажешь, блядь, а чем я хуже там, типа, да, то есть, ну, какого хуя, что не так-то, блядь. Либо там что-то, не знаю, задрочится окончательно, но тут уже, понимаешь, выбрать надо. Но я чувствую, ты просто уже эту хуйню, понимаешь, не забудешь, как бы, в любом случае, то, что ты видел.
Это вот, вот не, это правильное я слово. Не усталость сюда не имеет никакого отношения. А мы почему тебя разъебываем, ну, если это можно так сказать? Потому что у нас здесь есть желание, чтобы вы вышли отсюда. Получили. Ну, как мы хотим отработать, скажем, те деньги, которые вы там. Это же как бы некий показатель доверия, понимаешь? То есть это как бы какие-то суммы, которые вы сюда принесли. То есть для некоторых они достаточно ощутимые. Это то, что человек приперся там с какого-нибудь, не знаю, блядь, с Хабаровска, то есть, или... Да, и получается, ну раз такое доверие оказано, как бы, мы, конечно, хотим, чтобы вы, мы его оправдали. Но когда вы нам мешаете это сделать, то есть, грубо говоря, врач там слышит в лесу кто-то кашляет, говорит, блядь, иди сюда, я тебя вылечу, есть же это, лекарство. И он раз такой съебывается, короче, слышит, вот раз куда-то, то есть наоборот. Нелогично, понимаешь? И это мы сейчас к тому, что, чувак, ну ты нам похуй, что-то там типа себя подвел, устал, не устал. Если так для тебя сработает, хотя бы, как сказать, нас не подводи, то есть, ну, как бы, мы хотим тебе помочь. Блять, расслабься просто и, ну, как бы, позвони, приди, вот он спрашивает, дай совет, типа, я суп там подходить, блядь. Единственный совет, который есть, находитесь рядом с нами в полях. Или если вы вечером уже не рядом с нами, наберите нас там, в чате, саппортов, нас. Нужна помощь. Там. То есть реально вот по видеосвязи люди звонят, как бы их отпускают. Мы как-то с ними разговариваем. Это я не приписываю себе, блядь, регалии тех людей, которые внизу сейчас пляшут, блядь, ни в коем случае. Ну, я тоже. Мы не настолько связаны там с этим. Шамшурина зависимость. Причем есть это, блядь? Ну, я условно. Зависимость, независимость. Попросить. Ты сюда приехал за этой зависимостью, блядь. Я условно сказал, что... То есть это как, знаешь, ты над пропастью идешь, тебе одному страшно, тут какой-нибудь акробат хуев, который там 10 лет ходит, говорит, давай, типа, ну, несы, вместе пройдем. Ну, вы хотя бы тогда набирайте, звоните, пишите. Короче, мужики, я просто понял, что, вернее, даже по опыту знаю, что если бить в одну точку, один хер все равно получится, то еще, ну, я оправдаюсь, я хочу оправдаться. Хочу, чтобы вы это услышали, опять за... Ты это самое главное себе скажи, да. Не нам, нам себе. Это я за 5 суток впервые нормально поспал. Ну, как мне кажется, я прям реально заебался. То есть, ну, вот, ничего. А я еще по опыту знаю, что есть люди, которые знают, ну, блядь, и рассказывают, как это делать, но нихуя не делают, то есть никаких результатов не производят. Это то, что ты сейчас как бы вчера как бы пиздатыми, классными, умными фразами, а по факту у тебя нет результата, как бы, но это тоже нихуя. Но я умника могу нагнать пиздец. На опыт от чего? То есть у нас сейчас есть вот в Америке, ну, то есть такой термин называется over education, блядь. Называется переобразованный, блядь. Да хуя знают, ну, блядь, но ничего не умеет делать. То есть он тебя загрузит там разговором и все, но по факту там у него ни денег там, ничего нету, как бы, он, блядь, ну, образован. Но он реализовать вот это образование в голове как бы, ну, не может. То есть, знаешь, как надо закрутить в мясорубку, прокрутить, что готовы к фарш. А ты как живешь-то еще раз? Жена, дети? Не, я холостой ждал, когда не будет детей, не желать. А чем занимаешься? Хожу в Малер. А, да. Малер. Ты эту работу сам выбрал специально прям? Или как-то подвернул? Денег надо платить немножко побольше, да. Там просто. Да нет, мне кажется, там есть момент, что нет, как бы, такие профессии выбирают люди, это может быть просто догадка, которые хотят от чего-то съебаться. Я знаю, да, одного типа, который как бы и мазался, блин, ну, как бы, и все остальное. И Володя его зовут, он там к нам приходил учиться. Что, блядь, проебался после этого жестко. И, в общем, он сейчас взял просто там, сколько ему лет, там, 35, уплыл, блядь, в Антарктиду. То есть он выучился на моряка и съебался туда. Как бы. Я говорю, ты как бы, ну, ты точно этого хочешь, да? Он говорит, это прикольно, я говорю, блядь, тебе 35 лет, нахуй, тебе уже пора там, не знаю, дом, дерево и сына, ну как бы, ты когда это делать собираешься? Нет, это. Ну, короче, он выбрал съебаться. И сейчас он там сторисы, блядь, с пингвинами, нахуй, в обнимку. То есть он здесь не мог как бы реализовать себя, и он съебался. Вот это не твоя ли история? Ну, это моя история, да. Потому что я не знаю, как здесь денег заработать. И даже не про деньги там, понимаешь? Может быть, у него друзей нет здесь. Его не приняли там, его послали нахуй где-то там на какой-то, ну, вечеринке жизни, да, там. Женщина его какая-то обломала. То есть там не только про деньги. Может быть, с родителями нет контакта. Он думает, а мне здесь нахуя, все равно, типа, ну, меня там не особо-то ценят и любят, не знаю. То есть...
Ну, с матерью тоже какой-то. Ну, короче, да, я съебался в какой-то момент. Ну, то есть, значит, эта привычка съебываться может быть, она да. И сейчас, типа, там. То есть, ну, раз ты сюда приехал, чел, просто, тебе сколько лет? 44. Блядь, 44 уже, даже не 40. И чё, а тебе не хочется семью, детей? Мне хочется спутить всю жизнь, детей нет. Ну, блядь, потом захочется и детей. То есть, ну, как бы, а где взять спутницу жизни? Здесь, в мире. Что надо сделать для этого? Ну, надо для начала научиться знакомиться с ними. Ну, чтобы это прям спутница занимать. Была, потому что так пойти в клуб поебаться, как бы я тебе не про это спутница. У меня с этим тоже проблема. А спутница проблем. Это когда ты понимаешь, что вот, блин, я хочу вот эту, а не вот эту. Но это, и это я могу вот эту, а не вот эту, как бы. Тогда спутница. А когда тебе просто кого-то прибило, блядь, да, и ну, хочешь, не хочешь, почему мужики там каблуками и становятся, мы только сегодня с утра что-то об этом рассуждали. Ну, это про моё. Если у него не было из кого выбирать, он, блядь, вот, ну, как бы, то есть, грубо говоря, чувак себя добровольно сдал в рабство. Жил, блядь, ходил там сюда, ходил туда, потом в союзе с этой женщиной, ему нельзя теперь ходить туда, может, только сюда, блядь, или вот сюда нельзя. И он, как бы, то есть, вопрос тогда, ну, так сказать. Нельзя жалеть. Зачем он так подписался? Ну, то есть, что взамен? Взамен получил, блядь, пизду какую-то, блядь. Да, но меня в это рабство хуй загонишь, но с другой стороны, жить женщиной, которая тебе не нравится, это уже со временем тоже вообще не то. То есть и ты перестаешь ее... Короче, тебя... типа, единственное, это всех касается, если вы вдруг там решили съебаться, или вам стало там страшно, или вы решили не делать домашку, просто позвоните нам. Если вы в рамках здесь дня... не можете сделать, и говорите, дай совет, блядь, единственный совет, просто, ну, как, я вчера смотрю, ты такой, типа, пошел за какой-то бабой, ты к ней не так и не подошел, и просто уходишь. То есть, понимаешь, я иду, я думаю, блядь, ну, я что, вас буду собирать по всей этой улице? Ну, то есть, ты раз развернулся, подойди, я понимаю, что страшно, блядь, но тебе сколько лет? Заебись. Блядь, клуб одиноких стариков, нахуй. Страшно, блядь, понимаешь, когда тебе будет 50, а это будет, сука, через 6 лет, понимаешь? Ну, как бы особо ничего не поменяется в мире, понимаешь? А тебе будет полтос. И такой, опа. Страшно, когда тебе, блядь, некому позвонить, не знаю, в полтос, и как бы ты никому не нужен. Это страшно. А как бы просто если тёлка скажет, там, отстаньте, я не знакомлюсь, ну, это можно пережить, чувак. Блядь, она имеет право, так сказать, мир не обязан, блядь, весь, как бы, облизывать тебя, да, то есть просто надо принять и понять, что, ну, окей. А если я не пойду, то у меня вообще никаких шансов. Поэтому, чё, блин, это я тебе просто, раз ты здесь, единственное, говорю, звоните нам, пишите нам, блядь, здесь подходите прям сами, блядь, меня колбасит, чуваки, блядь, и раз-раз несколько попыток, и тебя отпускают. Даже вот с Ваней мы вчера, ну там я еще с ребятами пошел в клуб, там первые буквально 1-2 подхода, но видно было, что Ваня прям вот, ну, как бы сопротивление у него было туда идти. Раз, смотрю уже, даже я его не отправляю, раз там, когда я подошел, другой, то есть все, человека вставило. То есть там надо как укольчик было, чуть-чуть потерпеть, бамс, все, и ты вылечился. А вы на укольчик, блядь, приходить не хотите, ходите, как ходите, кашляете, не знаю, там. По носам, блядь, ноги отрывает вам, а на укольчик боитесь идти. Я хотел, во-первых, поблагодарить, вот я согласен с Гришей, да, что взаимоотношения с противоположным полом это настолько важная вещь, вот я по себе говорю, я думаю, для всех, да, что это прям надо в школе преподавать, потому что, ну, сложности, конечно, колоссальные, вот у меня по жизни всегда. Я очень благодарен Богу за то, что движуху вообще организовал. Парни, вам всем за то, что делились своими историями. Трехлитровые банки давай как Якубовичу на стол. Браки, ну Самара что-то, браки, рыба. Саппортом всем. Ракета, я не знаю. Да, всем саппортом и всем товарищам, коллегам, потому что действительно здесь, как правильно заметили, энергетика другая, то здесь накачиваешься действительно мужской энергетикой. Мужики учат, в общем-то, даже через вот то, чем мы занимались, главнее, как совершать поступки, как нести ответственность, как быть мужчиной, а мы как-то... Я это немножко подзабыл в течение жизни. По результатам, у меня 7 телефонов,
по результату. Результат у меня ожидаемый. Он пропорционален вложенным усилиям. Да, на второй день я сдулся. Моя ошибка была, что я не позвонил, не обратился к людям, которые готовы были помочь. Сам там нарешал все, что для себя. Пивка ебал. Вот. На третий день ебал пивка. Но без пингов пока одному вот тяжеловато. Вот далее. Пинка, ебал пивка, и все пошло. Вот он рецепт. Через тренинга. Инфей очень много полезных. Самое главное, что я увидел свою точку роста, куда где-то я пробил ее, где-то вот не допробил. Я очень доволен. Спасибо. Очень доволен.